Пропустите! Мы требуем нас пропустить! Мы должны увидеть мэра! Что происходит? Мы тоже... Они нас забыли, Блокерка! Что вы замолчали все? Прошу прощения, время истекло. Я должен быть на комбинате. Спасибо. Пусть мэр нам ответит, пусть он выйдет и скажет. Петя? Пенек, ты? Вы, Александр Иванович, на рабочем месте. И я вас, между прочим, Сашкой не называю, прошу зафиксировать унижение личности. Простите, а вы кто? Петр Сергеевич Осколкин. Я надеюсь, ты в курсе моего нового статуса. Все. Уважаемый Александр Иванович, ваше время вышло. Когда на первый срок шел, что обещал по полимер-волокну? Не помнишь? А я помню. Поставить очистные сооружения. Где же они? За 4 года палец о палец не ударил. А теперь удивляешься, почему комбинат закрыли? Ты знаешь об этом? Все знаю. Я закрыл. Палач, Пашка, Потапов перед смертью меня смотрящим поставил. Комбинат подо мной. Ты? Комбинат? Смотрящий? А почему нет? Я лучшие годы в борьбе за этот город, и что имею? Ничего. А ты вон, смотри, как хорошо устроился, а? Да, у тебя по алгебре всегда были 5. Но вот по литературе и истории 3. А ты уверен, что ты в своем кресле сидишь? А? На что ты намекаешь, а? Нет, 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 я не намекаю. Я предупреждаю. Пора освободить место. Совсем спятил, да? Пойди натворю что-нибудь, а? Да не бойся, я по старой дружбе прикрою. А помнишь, бригантина поднимает паруса, а? Слет авторской песни. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою? Ты мне зубы-то не заговаривай. Объясняю еще раз. Для начала вспомни, кто тебя в это кресло посадил. Закрыть теплостанцию – это значит обесточить город. Ты в своем уме? Слушай, а ты вообще представляешь последствия, а? Ведь электричество – это все. Водоснабжение, канализация, транспорт, связь, а больницы, а непрерывное производство – это саботаж, Петр. У нас тут граница в 2 шагах. Это знаешь что? Да нет, ты шутишь. Ничуть. Закрою. Но это неправильно, это несправедливо, это жестоко, наконец. Жестоко? Что ты знаешь о жестокости? Я имею в виду о святой жестокости. Слушай. К святому пришел человек с младенцем на руках и спросил, что мне делать с ним. Он хил, уродлив, и даже нет жизненных сил, чтобы умереть. Убей его, приказал святой, и держи 3 дня и 3 ночи на руках, чтобы запомнить. Печальный ушел человек, и многие осуждали святого за такой жестокий совет. Но не более ли жестоко было оставлять его в живых, поинтересовался святой. Что ты хочешь этим сказать? Да так, вспомнилось. Закрою, а через 2 дня открою. Тут твой рейтинг пойдет на 0. А тут в предвыборную кампанию и вступит Петр Сергеевич Осколкин! Разворачивайтесь в марше, словесные невесты!
Стокольяуди! Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Маузер! Мишка, вставай. Хватит притворяться. Слышишь? Ну, посмотри на меня, это твой папа. Ну, Миша, пожалуйста. Нет! Нет! Вы будете вместе теперь! Ты! Я! Мама! Сыну! Мишка! Прости! Сыну! Ты, друг, помоги! Помоги! Мой сын Миша! Помоги! Несчастный случай, что ли? Пожалуйста! Ну ты же можешь! Ты все можешь! Правда? Помоги мне! Я знаю, я виноват! Но все будет по-другому! Говорят, что достаточно горчичного зерна, веры, а у меня вера гора. Возьми все, возьми, но только помоги. Не молчи! Я верю! Я верю! Я верю! Но не знаю во что. Ha 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 ha.